Департамент опеки, попечительства и соцподдержки призывает всех сделать прививку от гриппа. Вакцины защищают от всех актуальных в этом году вариантов вируса гриппа. Прививка не всегда предотвращает заболевание, но препятствует развитию тяжелого течения и осложнений. Прививаться следует, начиная с сентября. Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям, начиная с 6 месяцев, и лицам старше 60 лет, людям, страдающим хроническими заболеваниями сердца, сосудов, легких, сахарным диабетом, избыточным весом, беременным женщинам, лицам из групп профессионального риска, медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта. О пользе диспансеризации пишет телеграм-канал железнодорожного района Самары. Ее основная цель – раннее своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Сельские жители могут начать диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуги. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли в телеграм-канале сообщает, что в Самаре на добровольной основе проводится прием у населения незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Граждане, добровольно сдавшие предметы вооружения, освобождаются от уголовной ответственности. Размер вознаграждения определяется по результатам осмотра технического состояния предмета вооружения. Право на получение денежного вознаграждения имеют граждане в возрасте старше 18 лет. По всем вопросам сдачи незаконно хранящегося оружия обращаться в Главное управление МВД России по Самарской области по телефонам, указанным на экране.